Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я в Иркутске, это Инглотодел, который зрите. Я здесь не была два, наверное, года, я пришла, вообще обцеловала здесь каждый уголочек, посмотрела новинки, купила, естественно, я не могла выйти отсюда пустыми руками. Поэтому я купила Duraline. Это уникальный продукт, который выпускает только этот бренд. А сейчас мы будем вот с этими очаровательными девушками передавать приветы московскому Инглоту. Девушки, вы знаете, кто из Иркутян работает в Москве? Пожалуй, нет. Тимочка, это твой огород, камень. Между прочим, девочки, Тимофей Леонтьев, Тима Леонтьев, он брендовый, это даже Тима. Тима, ты мне уже как бы... Тебя забыли на родине, представляешь? Вот так. Вы знаете, кто из иркутян работает в Москве в Инглоте? Тима, тебя забыли на родине. Бенни. Это Бенни, да. А это Оля. Бенни такой с далматинскими признаками. Да, он у нас такой веселый парень. Очень веселый парень. Комарики живут. Помаши, передай привет. Привет! Оля! Поехать там архитектуру поснимать кое-где. Кое-где, кое-что. У тебя-то ничего, доход приносит. Все супер. Выливает. Сейчас на площади. Я сейчас на площади нефтехимиков, пошла на переговоры, вот сюда смогла. Здравствуйте, это у нас мой сослуживец, когда я в 90-х работала на телекомпании. Представьтесь, пожалуйста. Мутин Владимир Николаевич. Ангарчанин. Передайте привет своим родным и близким. Всем привет. Всем ангарчанам, которые идут действительно на выборы и все, делают все, что могут для пользы нашего города. Да. Это важно, а то выбросов что-то в последнее время много стало. Надо там это разбираться с этим делом. Город Ангарск опять в дымке. Наверное, опять скажут, что горят торфяники. Наверное, опять скажут, что это туман с реки Ангары. Но уже полдень. Дело в том, что в последнее время комбинат осуществляет выбросы вот среди бела дня. Вы видите дымку вот эту вот, которая, ну, как бы она вот не рядом, а как бы на горизонте такая. Да, вот те дома, они уже в дымке. То есть дымку ее видно, когда вот она на расстоянии. Ну что я могу сказать? В прошлый раз я била тревогу в августе. Комбинат не заставил себя долго ждать. Я ничего не придумываю, со мной рядом таксист едет. Мне кажется, что воняет газом или газом воняет. Ну, запах есть. Запах есть, просто местные принюхались. Вот. Потому что я когда спрашиваю людей на улицах, чем-то пахнет, да, чем-то пахнет, но это там явно не торфяники, сказал человек там, это явно. Ну а комбинатовские, это торфяники и с Ангары у нас несет, ребята. Вот я сейчас еду в Иркутск, я думала, что я вот серьезно поговорю о чем-нибудь хорошем, но вот я вышла на улицу и опять вот такая хрень. Кстати, кому нравится слово «хрень», не смотрите это видео. Они пустили.
вообще, они собрались все и на меня смотрят. Классные. Дети как радуются. Здесь теплее. Между городами уже деревья получаются желтые, а здесь нормальные небо. И зашли подъездить. Мило, стильно. Ну, сейчас здесь никого нет, конечно же, поэтому здесь все супер. Здесь классно. Вот так вот. Не ударить головой. Вот так вот. Я пришла курить. Их на улицу. Приходит. К сожалению. Специально адрес всех русских, кто вдалеке от дома. Солянка, сейчас буду дегустировать. Ну и вот такой чай заказала. Это зеленый чай с мятой. Сейчас попробую, какое здесь тирамису. И вот такие венские вафли чудесные, красивые. Чай вот этот мне очень понравился. Мне кажется, там много мяты. Ну, хотя, в принципе, это логично, он же мятный. Классно, вообще никого не обслуживают просто моментально. Моментальненько. Я сейчас в гуманитарном лицее города Ангарск, лицей номер 1. Это я снимаю для своего видеоблога. Смотрите меня на ютубе. Вот такое все красивое. Мы здесь ищем помещение. Сейчас приедет из Иркутска моя напарница. Это тоже нашему бухгалтеру. Есть вот такой холл красивый. Он свободен в дневное время. Вот. Достаточно светло. Это здесь без электрического освещения. Вот есть столы. Есть вот такая скамейка. В принципе, здесь очень много места. Здесь можно вообще с группой в 30 человек заниматься спокойно. Времена, когда здесь было очень холодно. Пока отопление не включили. Вот такой, а вообще зал. У нас здесь теперь тепло. Да, теперь он после ремонта. Вот такой огромный зал. Раньше здесь проводились концерты. Сейчас не знаю, как. Здесь проводятся концерты? Конечно. Здесь проходят концерты. Вот такие потолки. Здесь Алена Свиридова как-то выступала. Я была на Алене Свиридовой. Есть вот такая доска. То есть, что нужно для занятий группы. Вообще, вот такое шикарное помещение. Это хореографический класс. Он здесь просто забит. С утра до вечера вот такое шикарное зеркало. Там туалет и раздевалки, я знаю, должны быть. Ну и, в принципе, здесь тоже можно поставить лавочки тоже. Так, вот здесь две розетки, которые замаскированы под выключатели.
Вот, то есть только переносная какая-то музыка с собой, что-то небольшое, какой-то центр там или что-то такое небольшое, легкое, чтобы его носить каждый раз на занятия, когда музыка нужна. В принципе, помещение сколько здесь квадратов? Квадратов где-то 50 или даже больше. Больше, 50.